Поехали. Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хотел вам показать, у меня есть свинка, мать героиня, а вот это ее сынок, сын героин. Вот это ему 3 недели, сыну героин. Мать героиня пожрала всех, побила всех поросят во время опороса, что у нее там в балде не сложилось. И остался один сын героин. Сын героин отъел себе сраку за 3 недели. Стал весить где-то в районе 10 килограмм. При этом он наглый. Орет постоянно своим голосом. Ходит такой борзый. Самих выпустили. Кстати, сегодня уже 4 января у нас. Чувствуете? Январские морозы пошли. Плюс 6. А 5 января. Плюс 6 на термометре. Ну, короче, погода просто весенняя. Вся зима такая. Я просто хотел показать, вот не мог удержаться, показать вам героина. Вы только посмотрите на эту героическую жопку, как он ее отъел за это время. Так он настолько наглый, что у него рассосано 2 сиськи. Он в 2 морды ест сразу. Слышите, как ходит и наглеет тут. Что-то недовольный чем-то. Мама немножко, конечно, психоватая. Такая, что... Немного с психикой у нее не все в порядке. Но зато с конституцией все нормально. Нормальный такой патренчик. Ну, намешанный, конечно, но очень похож на патрен. Ну и, соответственно, ребеныш у нее такой же патренчик. Видите, он жопастый какой вырос. В общем, вот такая у меня получилась семья героев. Мать героин и сын героин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Желаю, чтобы у вас героев таких поменьше было. А вырастали сразу, чтобы с опороса по 15, по 20 поросят было. Всего доброго.